Извините, вот еще машина, это на базе Форда, и вот УАЗик. Это наша группа разминирования и группа подрывов. У нас есть служба инженерно-саперная, люди ездили, взрывали лед на территории всей области, чтобы предупредить затопление, подтопление населенных пунктов. Порядка полтона взрывчатки расходуют. Если, предположим, необходимо взорвать здание, там, что-то еще, тоже они применяют. Вот эти вот машины именно для наших саперов. Обшорные вот эти машины, значит, то есть они как укрепленные для хранения, они... Выезжаем участок на природные пожары. То есть уже началось, мы горим. У нас для этого есть машина АР-14, авторазливочная станция, которая приспособлена для тушения пожаров. И мы сами сделали мобильный противопожарный комплекс. 4 тонны воды, там стоит мотопомпа, пожарные рукава, стволы, цепляем ее к КАМАЗу и успешно тушим пожар. То есть то же самое. Люди... А вот сколько времени проходит от момента вызова до вашего прибытия? Значит, куда, да? У нас время выхода группы быстрого реагирования 2 минуты. 2 минуты, тормозит. От момента подачи сигнала, и вы выезжаете через 2 минуты. 2 минуты мы уже говорим. Это у нас, да. А там уже все зависит от расстояния и так далее. Все, что у нас есть на всех машинах спецсигналы, которые мы применяем. Все, что включу сирену мигалку, вы спите. Но люди водители... То есть у вас люди где-то сидят уже готовы? У нас дежурная смена сутки через трое. Смена дежурная смена. День, ночь, меня. 2 минуты. Значит, вот наша водолазная служба представлена. Некоторые элементы, то есть это костюмы, непосредственно баллон кислородный для отвала. Вот. Ну, просто поставили его манекен. Буквально на прошлой неделе мы проводили областные соревнования «Акватория 2018». Там был водолазный этап, 4 номинации и спасение на воде, 7 направлений. То есть наши команды со всей области выступали. Ну, наша централка заняла второе место. Вот. И вот один из элементов, это достать утопшего с глубины 4 метров в определенном квадрате. То есть человек всплывает, ныряет, достает манекен, правильно транспортирует его на суше и так далее. То есть один из этапов. Это есть. Вот. Сейчас Елена Тимова сейчас покажет послушание собаки. Потом вы ее погладите, потом другая собака отработает элемент поиска пострадавшего в завале, спасатели достанут, окажут первую помощь, вам это все будет наглядно показано. Лена, пожалуйста. Наша собака. Кто у нас хотел, Лена? Ой, чтобы ее спасали. Ага. Сейчас мы ее она показана живой. Не, ну вы сделайте так, чтобы было все. Было вот тут удобно, хорошо, куда не отвели. Сейчас, а вот. Вот она встала, и собака встала. Вот че. Глин, че. Классно. Ой, что есть. Как за рукой смотрит. Видит мячик, и за ним это. Все, сказала, сидеть, она сидит, глин, какие послушные. Ну-ка, вставайте, можно в голову, чтобы засунуть. Рядом. Хорошо, умница. Рядом. Рядом. Оп. Рядом.
Молодец. Хорошо. Умница. Да, молодец. Так, теперь другую собачку пускаем на поиск. Так, я вас попрошу, подойди вон сюда, в тот угол. Там у нас полигон. Я тебе подарок за съемку. Пасаки, Карт, Курт, Васьки. Хорошая. Я ее привезла из Казани, у нее мама спасатель, лучший в России, а папа наркоконтроль работает. А мы берем маленькую щелочку, привозим.